Если хочешь заглянуть в вестибюль, на крытой стоянке справа удобная точка обзора. Там несколько входов. Похоже на то. Док для разгрузки с той стороны. Сбоку. А еще, думаю, есть парадная дверь. И полно охраны. Полно охраны. Каждую ночь. Не двигайся! Вот, блин! Какого ч... Могу. Разберусь с ним. Рад видеть, что... Что там у тебя? С дровосеками? Ага. Даже не знаю, что думать про голых женщин с топорами. Что это не было? Пробовал, мне... Стой, где стоишь? Окей, окей. Черт. Держу его, Ник. Эй, давай-ка полегче. Ладно. Пункт охраны в вестибюле. Ладно, я разберусь с этим кодом. Угадал. День независимости. Полно копов. Думаешь, Доу знает, что мы придем? Возможно. Я на 19-м, но здесь охранники тусят. Ладно, мы идем на 20-й. Нападем сверху. Класс. Вот скажи мне, что вы делали на День независимости в детстве? Ну, поливали хот-доги рыбным соусом, смотрели, как салюты пускают. Мы на 20-м тайке. Добро пожаловать в префёрт Алкамс. Я возле офиса, который на ремонте. Думаю, до этого он лучше выглядит. Мы на подходе. Ничего. Стоять! Руки вверх! Да ладно тебе, чувак! Если увидите кого-то, пристрелите! Тайсон сказал, что был в главном офисе, да? Компания Preferred Outcomes теперь основной игрок на рынке правопорядка, со своими операторами, которые меняют значки в нескольких крупных городах по всей стране. По словам Доуза, его люди обучены лучше.
Возможно, так и есть, но наемники — это последнее, в чем нуждается любой город. Хай, должно быть, считала так же. После такого успеха Доус узнал от Рорка, как скрывать выручку и использовать информацию против своих врагов. Если Доузу кажется, что новости о судьбе моего отца все-таки заденут меня за живое, он ошибается. По правде говоря, я рад, что этого ублюдка больше нет.